Сравниваем Джумку и зебру. Внешне Джумка поопрятнее зебры, зато здесь видны орехи и изюм. В разрезе зебра выглядит куда аппетитнее, чем Джумка, в которой нет ни орехов, ни арахиса. Зебры, в отличие от Джумки, шоколадные вафли, а вместо хрустящих шариков настоящие орехи и изюм. Обе шоколадки заслуживают вашего внимания, но зебра это топ. А что выбрали бы вы?